Ақшын қар жоғалып кетті. Сен ананың сөзін тап кешін керек. Айыма тап бол ертерек. Болельщиков команды Акшумхар, сборной Кыргызстана по футболу. Песню писал Эрнест Джиошев и слова Куялбек Урмамбетов. Также и мы их. Получается, на каждых играх эта песня будет исполняться, как и живьем, так и, возможно, это будут прокрутки, может, этого клипа, как-то так. А наше выступление, получается, в поддержку сборной нашей. Это очень приятно, если честно, ну и огромная честь, мне кажется, исполнять песню, да, и в таких масштабах, тем более, эта песня будет, и этот клип, надеюсь, финансироваться не только у нас, но и в других странах, а такое международное отношение будет иметь. Ну, надеемся очень, что все хорошо пройдет.